8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности. Появился этот праздник относительно недавно, в 2008 году. Тем не менее, в Ставрополе у него уже есть свои традиции. Одна из них – награждение многодетных семей. День православных покровителей семейного очага Петра и Февронии Муромских отметили в Парке Победы. Глава администрации Ставрополя поздравил жителей с праздником. Он пожелал каждой паре любви и, главное, взаимного уважения. Также Андрей Джадоев отметил глубокое значение праздника в более широком смысле. Если взять по большому счету наш город Ставрополь, это ведь на самом деле большая семья, которая несколько веков, многонациональная семья, которая несколько веков живет в мире и согласии, которая созидает, которая дружит, которая любит, которая иногда ругается, так тоже надо, но в конце концов созидает и создает то, что мы сегодня видим. Замечательный город, замечательные педагоги, медики, инженеры, ученые, замечательная молодежь, замечательные дети. Все это наша семья. Я желаю успехов нашей большой дружной семье. Всех с праздником! Особое внимание в этот день было обращено к ставропольским семьям с историей, где любовь хранится уже много лет и на любви выросло не одно поколение. Андрей Джадоев лично поздравил семейных долгожителей с праздником и вручил памятные подарки. Воспитание Ставропольского государственного педагогического института. Иван Викторович и Людмила Юрьевна Громовы вместе уже десятки лет. Семья известна не только своими долгими отношениями. Эта пара – спортивная гордость Ставрополя. Чемпион Европы в метании копья и шестикратная чемпионка мира по акробатике познакомились благодаря общности интересов. Но секрет семейного счастья заключается не только в этом, признаются Громовы. Ну и семья – это большой труд. Трудиться, чтобы семья была, не обижаться, сохранять друг друга. Ну и как дети сказали, любовь, конечно, самое главное. Любовь – это тоже труд. Еще один совет от семьи со стажем – отмечать вместе праздники, будь то День Петра и Февронии или Западный день Святого Валентина. Особенно важно чтить семейные традиции и передавать их из поколения в поколение. И тогда возможно создать крепкую семью, что и подтверждают Громовы на своем примере. Дружная семья дружно поздравила ставропольцев. Любви, верности, потому что семья – это самая главная ячейка нашего общества. И благополучия. Взаимопонимание. Счастья, здоровья. Всего самого наилучшего. Мария Гнездилова, Роман Солодовников и Иван Дацунов. АТВ «Ставрополь».